Начинаем церемонию подписания двусторонних документов. Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством государства Палестина о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Иттифакия бейна хукумат Руси аль-Иттихадия ва хукумат Даулет Филастин хауля ат-таун валь-мусаад аль-мутабадила фи шун аль-джумрукия. С российской стороны подписывает первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Михайлович Малинин. С палестинской стороны посол Палестины в Москве Фаяд Мустафа. Минальджаниба Руси Иуака Аля Альвасика Найбаль Ауаль Ли Мудир Викальтель Джамарик Русия Сейд Владимир Михайлович Малинин. Минальджаниба Филастини Иуака Аля Альвасика Сафир Филастин Фимуску Сейд Фаяд Мустафа. Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел государства Палестина. Иттифакия таун бейна визарат дахилия ли Русия аль-Федралия ва визарат дахилия ли Даулет Филастин. С российской стороны подписывает статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Игорь Николаевич Зубов. С палестинской стороны посол Палестины в Москве Фаяд Мустафа. Юакал Вафика Минотарфа Руси Амин Сир Левизар Дахилия Найб Вазир Дахилия Руси Игорь Николаевич Зубов Минальджаниб Филастини Юакал Вафика Сафир Филастин Фируси Фаид Мустафа. Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения государства Палестина. Мудаккират ат-тафахум бейна визарат ас-сихха ли Руси аль-Иттихадия ва визарат ас-сихха ли Даулет Филастин. Подписывают с российской стороны статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения Дмитрий Вячеславович Костенников, с палестинской стороны посол Палестины в Москве Фаяд Мустафа. يوقع من الجانب الروسي أمين سير لوزارة الصحة نائب وزير الصحة الروسية ديمتري فيتشلاويتش كاستينيكوف ومن الجانب الفلسطيني سفير فلسطين في روسيا فايد مصطفى.